Все приветики. Мы с Люсей решили поужинать в ресторане. Она предложила сходить в ресторан, который... А куда я пришла? Ой-ой, я, по-моему, никуда туда пошла. Я запуталась. Который называется по-японски «Щабу-щабу», но он ближе все-таки к китайскому варианту, который называется «Хого», по-моему, да? Типа самовар или как-то. В общем, сейчас вы все увидите. Я хотела показать именно, как в Японии подают хого. Не классический японский щабу-щабу, а именно хого, китайский. Вот такой этот ресторан. На нем все-таки написано щабу-щабу. И выглядит это вот все так. А вот этот вот бульон, ой, почему он пропал, можно выбирать. Также здесь есть бар, салат и мясо. Ты... Все это подаются. Салаты, по-моему, самим надо набирать. А, нам уже принесли мяско? Да. Отлично. Вот. То есть мы 90 минут можем поедать, сколько нам влезет. Нам будут доносить все, что у нас будет заканчиваться. Мы выбрали два таре. Один у нас юзу. Это юджа по-корейски или цитрон по-русски. По-моему, цитрон юзу называется. И острая у нас часть. Бульончик. Мясо на наш именно кос. Кос это как комплекс, который мы выбрали. Они разные бывают по стоимости. Наш такой средненький. И вот это мясо входит 4 вида в наш кос. Вот мы пришли к бару. Здесь можно взять овощи. Взять можно лапшу 3 видов. В конце, когда вы наедитесь мясом, можно закинуть овощи, вот такие, которые именно в бульон, а не салат делать. И соусы, которые макать готовое мясо и овощи, которые вы уже прокипятите там в этих бульонах. Также здесь рис. А, и что же? Каре и гюдон. Карри. Рис. Всякие соли ароматические. Тут даже есть таре для, это соус для устриц. В общем, я беру соусы. Самый классический, это, конечно, гома. Это из кунжутного семени. И вот такой понзу, кисловатый соевый соус. Итак, я набрала себе овощей, соусы. Песком мне принесли. Ну, щап-щап, что-нибудь уже. Щабу-щабу, это называется, это движение щабу-щабу. Вот так вот, щабу-щабим, пока мясо не побелеет. Если бы это был ресторан высокой кухни, щабу-щабу, именно какой-нибудь мраморной говядины, то его обычно щабу-щабят не до велдана, не до конца, а немножко оставляя розовым. Дальше вы окунаете это мясо в любой из соусов, которые вы набрали, и кушаете. Так, я буду щаби-щабить в соусе, который острый, перцовый. Посмотрим. Так, у меня здесь, по-моему, это свинина, да? Да. Так как она тонко очень нарезана, она, в принципе, готовится за секунды. Ну что, теперь я засуну его себе в рот. Так, пробую. Очень, кстати, жидкий здесь этот соус. Кстати, он не острый. Я думаю, что они с одного чана всем разбивают. Так, надо эти грибы. Также пекинская капуста идет туда же. Второй соус хочу попробовать, который юзу. Юзу по-русски, по-моему, цитрон. Я щабю-щабю говяжий язык. И его я хочу добавить вот сюда. Сюда, кстати, я добавила чуть-чуть чеснока тертого. Можно добавить лука. Очень вкусный. За счет того, что он очень тонко нарезан, он мягкий. Ну, в принципе, мягкий, да? Да.
мясо. Ну что, пробую вот это вот мясо, которое я еще не пробовала. Это тоже говядина, да? Да. Тоже я в юзу его опущу. Мяско. Оксана любит мяско. Так, и тоже он у меня идет в понзу. Кислый соевый соус. Вкусненько. Ладно, пожестче, конечно же. Еще небольшой нюанс, когда вы варите мясо, естественно, здесь собирается по поверхности пена, это белок свернувшийся, и его вот специальная есть штучка, где есть такая вот сетчатая поварешечка, которой вы собираете все. Она, кстати, также собирается излишки сала, которое здесь натапливается с мясом. Можно и здесь, конечно, собрать, но... Вот тяктя. Это нам горы мяса принесли. Ну, правда, оно очень-очень тонко нарезано, поэтому съедается очень быстро. У нас с Люсей есть такая особенность, очень интересная. Как мы думали, на нас двоих она только. Когда нам очень вкусно, мы вот так вот покачиваемся, как бы хвостами шевелим. Так, Люся, покажи. Подожди. Еще раз, нормально покажи. Не укороченную версию, а как ты обычно делаешь? Вот так. Вот нам нравится, когда мы кушаем, мы вот так шевелимся. Окей. И вот там сидит такая милая Яко, также, оказывается, делала. То есть о ней было вкусно, видать, и она тоже так вот раз-раз-раз-раз. Да. Шевелит хвостом, то есть это не только наши с Люсиной. Наверное, всем девочкам, когда вкусно, и, да, они в хорошем настроении и расположении, они шевелят хвостами. В итоге мы наели. Вот у нас коробочек, наверное, больше, чем у этих товарищей было. А, все, разврат закончен, мы идем на выход расплачиваться. Пока деньгами. Фигура наша будет расплачиваться чуть позже.